Самый крупный муниципалитет Югры, Нижневартовский район, вновь возглавил Борис Соломатин. Кандидатуру главы единогласно утвердили на заседании районной думы. Народные избранники в четвертый раз доверили управление муниципалитетом Борису Соломатину. Вступая в должность главы Нижневартовского района, перед лицом жителей клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа Югры, устав Нижневартовского района. В этот же день состоялась инаугурация избранного главы муниципалитета. Церемония транслировалась в онлайн-формате. Борис Соломатин принес присягу и получил официальные символы власти. В числе первых вступлением в должность Бориса Соломатина поздравил митрополит Павел. Желаю вам крепости, сил, здоровья, успехов, Божьей помощи в управлении Нижневартовским районом. Конечно же, надеюсь и на дальнейшее наше соработничество с Ханты-Мансийской митрополией. В торжественной церемонии также приняли участие представители правительства Югры, главы поселений, почетные жители района. На любых мероприятиях национальных, и в будни, как говорится, и в праздники вы с нами. Мы это помним. И мы надеемся, что вы в новом пятилетии будете также относиться сердечно, заботливо к коренным народам севера нашего района. Борис Соломатин будет возглавлять Нижневартовский район ближайшие 5 лет. Напомним, он является бессменным главой муниципалитета с 2006 года. За это время район стал одним из самых стабильных и развитых уголков Югры. Борис Соломатин намерен выстраивать работу так, чтобы муниципалитет и дальше сохранял лидирующие позиции в регионе. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.